Привет, ребята! Как сами? Давно не виделись. Сегодня у нас такой не виниловый выпуск. В общем, был я в отпуске и заезжал в город Санкт-Петербург. Ну и решил пройтись по музыкальным магазинчикам. Я не планировал покупать пластинки, потому что, ну, просто элементарно не хотелось с ними таскаться. Так как Петербург был не единственный пункт назначения, там уже все можно заказать по почте. А вот немножко пополнить свою коллекцию дисков и кассет, тут уже давно пора было, тем более я на дисках и на кассетах собираю свою любимую экстремальную сцену, особенно black metal, там grindcore, ну и тому подобное. В общем, ходил я, значит, по магазинчикам, и вот что удалось мне найти интересного. Так, вначале я, в общем, зашел в магазин, который называется Hell Store, адский магазин, так скажем. Он находится на улице Большая Морская, 17. Я буду смотреть в подсказке, потому что не все адреса хорошо помню. Большая Морская, 17. Магазин Hell Store. Маленький магазинчик, там очень много компакт-дисков. Естественно, это металл и все его разновидности. Также есть там и атрибутика, всякая там, футболки и тому подобное. Я так понял, там фирменная атрибутика, судя по ценам. Поэтому я там ничего не купил, о чем сейчас немножко жалею. Была там классная футболка Aura Noir с перевернутым крестом. Но цена 1900 рублей меня немножко отпугнула, так скажем. Вот, и я не стал брать, о чем сейчас, конечно, жалею. Надо было все-таки брать и не жмутиться. Так вот, помимо дисков и атрибутики, там еще есть кассетки самописные, вот такие вот старенькие. Не удержался, взял 3 штучки. Сам продавец говорил, что они очень хорошо записаны и хорошо, в общем-то, сохранились. И не обманул, действительно, записаны нехорошо, мне понравилось. И взял, значит, там 2 диска, 2 альбома Marduk, 93-94 год, с автографами, что приятно. Тем более он накинул там, ну, буквально пару сотен за автографы, так что, в принципе, не страшно. 2 моих любимых альбома. Одни из любимых. Вообще хочу собрать весь Marduk до 2001 года. Наши фоно. По-моему, тоже. Не, CD Maximum. Нет, CD Maximum. Так, ну а дальше я двинулся в легендарный магазин Castle Rock, что на Лиговском проспекте. Лиговский проспект. На Лиговском проспекте, в общем. И взял там, значит, 2 диска. Хотя не планировал там ничего покупать, просто зашли с моим товарищем поглазеть. Но там было вот что. Immortal. Новый альбом. Ну, уже относительно новый, вышел полгода назад. Союз Мьюзик, наша тоже русская лицензия. Когда был предзаказ на этот альбом, я хотел заказать кассетку. Но что-то не получилось. И сейчас я не жалею об этом, потому что, ну, немного разочаровал меня этот альбом. Я ожидал все-таки... вообще, я люблю Immortal за их вот эти вот бластбиты. Очень люблю именно их скоростные вещи. А здесь их оказалось очень мало. Ну, тем не менее, половина альбома мне понравилась. И я подумал, ну, а что бы и нет, почему бы и не взять. Пусть будет. Тем более, звук очень такой... олдскульный, в духе альбома Battle in the North, который я очень люблю. Так что пусть будет. И там же оказался и альбом 93-го года Pure Holocaust, который я также очень люблю. Это прошлогодняя допечатка от кого это? Фону. Ну а дальше я отправился в свой любимый магазин Фанатека, что на Марата 28. Об этом магазине я уже не раз говорил. Сайт пластинка.com. И взял там 2 интересных экземпляра. Sleep Dope Smoker. Digipack. Переиздание 2012 года. Вот такой вот. С выпуклой обложкой. Я именно на диске хотел этот альбом, потому что... Кто знает этот альбом, Dope Smoker, это, ну, наверное, один из самых известных
альбомов в стиле stoner metal. Это один трек, который продолжается чуть больше часа. Вот. И я именно хотел его на компакт-диске, потому что виниловая версия мне не очень нравится, потому что ее там разбили на три стороны. Я как бы... Я люблю слушать целиком. Поставил и час слушаешь. Не надо ничего там переворачивать. В общем, для меня это цельное произведение, и я люблю его таким, каким он именно на компакт-диске. Ну и не метал. Nick Cave and the Bad Seeds. Альбом 88 года, Tender Prey. Это переиздание из серии каталог, переиздание всего каталога Nick Cave and the Bad Seeds, который вышел в 2010 году на Mute Records. Два диска, то есть CD, аудиодиск и DVD-диск. То есть сам альбом и всякие бонусы на DVD-диске. А это сам альбом Tender Prey в Talks Around в формате 5.1. А также два клипа и такой маленький небольшой фильм, интервью с участниками событий, так скажем, кроме самого Ника Кейва. В общем, приятное переиздание, приятно держать в руках, поставить на полочку, красиво будет смотреться. Доброе, классно. Ну и последний магазин, который я посетил, это Кирпич Distro Shop. Это такие лофты маленькие, сейчас модно в больших городах. Находится это на, также на Лиговском проспекте, 74D. Очень маленький магазинчик, такой как контейнер такой, полтора на три метра примерно. Там очень тесно, если 3-4 человека, все уже тесно. Ну, там я взял вот что. Кассету команды War Victims, шведская банда, играющая D-Beat, которая Head Noise, наша отечественная. И взял еще тут то, что в скором времени, надеюсь, если будет время, но не обещаю, надо будет оцифровать и на канале все это выложить. Ну, во-первых, это пластиночка 7-дюймовка Surf Attack from Russia. 4 трека от 4 команд наших российских, играющих в стиле серф-рок. Полный DIY. Пустое яблочко. Причем яблочко вырезано криво. Ну, в общем, DIY. Очень я все это дело люблю. DIY forever. Вот, и вот надо бы ее оцифровать и как бы с информацией подробной выложить все это дело. И то, что, наверное, надо будет добавить на канал в первую очередь, это вот такая вот интересная кассетка. Два концерта, записанные в клубе Там-Там, в легендарном клубе Там-Там в далеком 95-м году. Группы Ниагара и Toxic Waste. Я просто посмотрел и ВКонтакте, и в Ютубе. Нету этих записей. Там есть, может, только Toxic Waste, там 1-2 трека и все. Я, конечно, еще раз перед тем, как оцифровать эту кассетку, внимательно просмотрю. Вдруг все-таки есть. Ну, если нет, то все это дело оцифруем. И все это дело появится на канале. Не знаю, правда, когда, но постараюсь. Не знаю, в общем, когда, но постараюсь. Ну, в общем, так. Ближайших видео по винилу, по новым пластинкам не будет, не планируя ничего покупать. На это есть причины. У меня другие планы, но это так или иначе связано с музыкой. И расскажу я это где-то в середине лета. Вот, так что новые видео будут появляться. Ну, а что касается вот новых пластинок, это я вот не знаю, когда конкретно все это будет. Ну, в общем, спасибо за просмотр. До новых встреч. До свидания.